а зачем нужны журналисты? Не знаю. Наверное, для того, чтобы освещать события. Вы сомневаетесь в этом? Нет, не сомневаюсь. Кому нужны журналисты? Всем, конечно. Политикам, наверное. Все? Ну да, наверное. А кому еще журналисты? Кому-то. Ну как, кому? Народу? Журналисты? Да, мне лично. Чтобы узнавать что-нибудь новенькое. Что в мире творится, что везде творится. Журналисты нужны, чтобы обсуждать какие-нибудь моменты из города или так жизни. Чтобы передавать людям информацию. А что должен журналист? Ну вот я не скажу, что он должен. Журналист должен знать свою работу, должен быть ответственным и должен много читать, так скажем. Мне кажется, так все люди должны. Ну, в принципе, да, но сейчас много никто не читает. Журналист должен быть острый на язык и на ум. Они должны рассказывать новости, понимаете? И желательно журналисты, чтобы рассказывали больше позитива. О негативных новостях, несмотря на то, что они происходят, нет, рассказывать не надо. Позитив. Вот раньше как было? Собрали столько-то урожая там. Ну вот как было? Все на позитиве. То есть и народ ходил такой. А сейчас посмотрите, вот такое все. Должен журналист быть честным, показывать всем беспристрастно, что произошло на самом деле? Собирать разные мнения из разных источников и предоставлять конечному получателю максимально полную картину. Кому и что должны журналисты? Ну, в первую очередь, они должны что-то обществу. Информация сейчас – это главное, что может быть все у общества. Что они должны обществу? Правду, я думаю, правду. В этом они и нужны обязательно, без них нельзя. Журналист говорить правду должен. А кому должен? Народу. Читателям, не знаю, слушателям и так далее. Людям. А кому должен журналист? Должен? Редактору, наверное. Журналисты никому ничего не должны. Нет, вообще никто никому не должен. Только есть обязанность только перед самим собой. Журналисты должны помогать людям? Ну, конечно, а как? В первую очередь помогать людям. Помогать как, вот вы имеете в виду? По мере своих скромных сил. Журналисты и так помогают людям. Ну, они помогают, да, должны, но это не прямая косвенная помощь. Самому идти и чинить кран или засорившуюся трубу прочищать тоже не нужно. То есть журналисту это не его обязанность и не входит как бы в его долг перед обществом. Допустим, есть такой жанр фотографии, как это, военная фотография. Должен ли фотограф вмешиваться в тот процесс, который происходит, который однозначно несправедлив? Наверное, нет. У журналиста похожая позиция. Главный долг журналиста на самом деле – это стараться освещать ситуацию объективно.